Моя любимая захотела жареную мойву. Значит, собираюсь на рыбалку. Беру снасти, сапожки потеплей. И вот такой неплохой улов у меня получился. Осталось только пожарить. Вкусняшка будет. И вот такая красота у нас жарится. И вот такая красота и вкуснота у нас получается. Значит, я вроде бы неплохой рыбак. Красотень и вкуснотень.